Здорово, меня Сергей зовут. Это Пикачу в 20 стилях. Для самых внимательных, вы знаете, что это перезалив. Я решил для вас озвучить, потому что в видосе были небольшие проблемы, ошибки. И так, с моими пояснениями, всяко будет интересней, понятней и все такое. Короче, в этом выпуске я решил немножко подзапрячься и сделать их в цвете, сделать их более проработанными, более интересными. Многие из вас постоянно писали то, что это не 20 стилей, это ты просто перекрасил персонажей. Во-первых, а как бы вы сделали? Собственно, по сути, стиль — это же и комбинация цвета, и формы, и так далее. И априори это по-другому сделать весьма проблематично. Вот, но я постарался сделать так, то бишь, на мой взгляд, это какой-то новый уровень этого проекта. Хочется в дальнейшем придерживаться его. Ну, maybe в этом мне помогло то, что просто интересный персонаж, которого легко засунуть в разные образы, в разные формы и так далее. Ну, кто знает. По поводу стилей, что хочется сказать. Я выбрал себе 100 стилей, и из них постоянно комбинирую разные подборки, в зависимости от того, какие вам больше нравятся, какие мне кажутся будут интересными и так далее. Напишите, как вам. Нравятся ли стили, какие стили вам нравятся больше всего, каких персонажей вы бы хотели видеть в этой рубрике в дальнейшем и так далее. Я же прислушаюсь, посмотрю, почитаю, и интересные идеи грех было бы не воплотить, всяко мы все нацелены на то, чтобы все было максимально клево, интересно и так далее. Во. Собственно, по поводу ошибок и проблем этого видоса. У меня не сильно записался материал окончания этого спидпейнта. И последние стили у меня не записались. Точнее, записалась аудиодорожка с того, как я их рисовал, но не записалось ничего кроме этого. Поэтому там я постарался красивенько отснять, как я стираю. И они там постепенно появляются. Короче, это технический косяк. Вот. Ничего сверхъестественного, я понимаю, ничего критичного, но то, что не сильно приятно произошло, и как-то я постарался это исправить. Перерисовывать их с нуля было бы как-то не сильно клево, потому что я их уже нарисовал, это не те эмоции. Совершенно не то бы получилось второй раз. А так я и продемонстрировал их и не перерисовывал. Вот. По-моему, это максимально такая хорошая золотая середина, чтобы не потерять качество, не потерять то, что уже записано и так далее. Впредь буду повнимательней. Кстати, с этого выпуска немножко изменился звук. Maybe вам так больше будет нравиться. Посмотрим, что как. Вот. А так, все, наверное. Сказать-то больше и нечего. Дальше можете просто под музычку досмотреть. Сейчас я по щелчку пальца включу вам какую-нибудь более интенсивную музыку. И все, и вы досмотрите. 3, 2, 1.